все, ребятишки, начинаем потихонечку взмокать. Жарко становится нам идти. Но мы уже почти у цели. Еще 2 километра. И все. И мы пришли. Короче, нам повезло. Мы идем. Тут, короче, бураны ездили. Натоптали дорогу. И трикол ездил. Вот такие вот следы. Видите, ребятишки? Вот. Вот так вот вокруг тут у нас такая местность. Несколько впечатлений, скажи свои. Ну, как бы. Чё как бы? Ну, не знаю. Ну, ты не устала? Устала. Почему? Тебе холодно? Нет. Почему? Жарко. Жарко? Ну. Ясно. Ну ладно, все. Вон 2 ворона летают. Я думаю, они сегодня попробуют отлетать. Че, ребятки? Пришли примерно до такого места. Вот. До островочки. Сейчас будем ставить мишени. И будем стрелять. Вот от крана отошли. Но вдоль дороги, вдоль по кромке берега идти, как бы петляешь далеко. На 2.5 километра здесь есть. Вот. Ну чё? Дошли. Дошли? Ясно. Ладно, пойдем мишени ставить. Ну чё, ребятки? Поставил я вот эту вот треногу. Сейчас думаю отойти на расстояние. Ну, примерно, я не знаю, сколько тут, 30 метров. Потом попробуем дальше. Сейчас 7 выстрелов по вот этим мишеням произведу. Потом, короче, поменяю ракурс. Патроны.
Второй ты убил, зайца. Вдруг видишь, что просыпал и убил. Второй заяц. Попадание. Нормально. Здесь тоже нормально. Был бы контейнер, вообще бы все впереди. Конкретно. Здесь попадание, видишь? Ответственно, все как надо. Здесь попадание. Здесь. Здесь. Короче, все тем зайцы могли упасть в сливу. Все, короче. Сейчас меняем мишени. Сейчас, короче, ребята, произвожу выстрелы. Короче, примерно метров по 5 подхожу и проверяю, что становится с зайцем. Камера будет стоять сейчас вот это на ружье. Сейчас, ребятки, 7-го еще бабахну. Сейчас просто посмотрим. Я буду стрелять с 30 метров. Потом ближе подойду, метра, ну, может, на 4, на 5 и так далее. И в итоге подойду метров с 5 хлистану. Ну что, ребятушки, оцените старания Fisherman Hunter. Ага. Зайчишки сделаны. Сейчас, короче, ставлю камеру. Экшен. И отсниму, как это все дело будет попадаться. Но желательно, чтобы по камере не попасть. Ну, примерно, я не знаю, сколько тут, метров 30. Потом попробуем дальше. Сейчас 7 выстрелов по вот этим мишеням произведу. Потом, короче, поменяю ракурс. Вероника ждёт, поправила зайца. Вероника, давай быстрее. А то у нас батарейки могут сдохнуть. Сейчас будем производить зарядку ружья. Айда вот здесь встань, меня поснимай, как я заряжаю. Там все включено, вот сюда встань. Ничего не нажимай. Вот сюда маленечко отойди сейчас. Сейчас будем, ребятки, заряжать ружье. Ой, что это у нас? Нет, не то. Ладно. Один ствол зашел. Второй в подствольник. Третий. Так, два в подствольнике. Три. Четыре. Пять. Шесть в подствольнике, ребятки. И один в стволе. Короче, к бою готов. Вероника, вот сюда вот сейчас. Нет, нет. Вот здесь лучше. Вот. Сюда, да? Или лучше вот тут, сейчас будет громко, пальцами камеру закрываешь. Меня снимай, сейчас сюда гильзы будут лететь. Так что ты не бойся. Просто меня снимай. Короче, ребятки, начинаю с левой стороны и дальше. Все, короче, ребятка, сними гильзочки. Затворная задержка, у нас все как надо. Дроби все рассыпало. Ну, короче, я быстренько. Короче, целил. Ребятишки, зайчик с дырочками, не знаю, видно, не. Короче, убил зайца. Дробь, видите, все просыпало здесь. Второй заяц. Попадание. Нормальное. Здесь тоже нормальное. Был бы контейнер, вообще бы всех перебил. Конкретно. Здесь попадание, видите? Отверстие, все как надо. Здесь попадание. Здесь. Видите? Здесь. Короче, все 7 зайцев могли упасть и лечь. Все, короче. Сейчас меняем мишень. На мои выстрелы летит полиция на вертолете.
7 выстрелов подряд. Короче, сейчас буду заряжать еще 7 патронов. 7 патронов еще оставлю на очередь. Короче, бесконечную. Та-та-та-та-та-та-та. 7 штук, короче, будем стрелять. В тот раз у меня было 6, и то мне оператор неопытный снимал, не все засняли. Сейчас проверим, как будут патроны отходить. Давай, Вероника, сюда, давай, давай. Айда, айда. Сейчас ждем Веронику, она заснимет, как я заряжаю. Короче, установил вот этот вот штатив такой вот у меня. Стоит на ружье. Будет выстрел, заснят. Главное не забыть камеру включить, ребятки. Включили камеру, ребятки. Сейчас меня снимай, как я буду стрелять. Короче, буду стрелять стоя. Стреляю с левой стороны. Зайца беру. Ух ты. Так, предохранитель. Раз. Поправим. Чик-чик. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все, короче. Меня снимай, чтобы ружье видно было. Вот беру, короче, в патронник, загоняю патрон. Загнали в стволе. Предохранитель ставим. Теперь заряжаем сюда. Один. Но это уже второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой, ребятки. Так, включаем камеру. Включили камеру. Стреляю с левой стороны. Ребятки, это вот вторая партейка, которая была. Видите? Вот. Дырки. Второй заяц у нас ветром был уронен. По нему я не попал. Вот еще один заяц. Дырки. Вот еще один заяц. Ну тут я уже обвысил был, торопился. Здесь нормальное тоже попадание. Дырки вообще хорошие. Дырки, видите, какие классные. Вот этот тоже зайчик у нас ветром упал. И поэтому я стрелял вообще нормально. Короче, с такого расстояния зайца вообще пить. Все, ребятки. Ну и, короче, потом я еще просто так стрельнул. Два раза. По лежачим. Вот по вот этому, конечно же, я что-то не попал. Вот, видите, обвышено было. И вот по вот этому тут несколько дробин попало. Расстояние с какого-то. Все, 25 выстрелов сделал. Все, ребятки, сейчас будем производить 7 выстрелов очереди. Патронник. Предохранитель. Теперь магазин догоняем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Все, ребят. Включаем камеру. И пошла очередь. Меня смотри вот оттуда. Чуть-чуть туда отойди. Снимай меня. Ровно держи камеру. Вот. Меня чтоб видно было. Все, пошла очередь, 7 штук. Ладно, не повезло. 7 выстрелов не выдержали. Ну вот они. Не заляпался на сенсор. Нажимай на красный. Включаем камеру. И пошла очередь. Меня смотри вот оттуда. Чуть-чуть туда отойди. Снимай меня. Ровно держи камеру. Вот. Меня чтоб видно было. Все, пошла очередь. 7 штук. Ладно, не
Немцам повезло. 7 выстрелов не выдержали. Ну вот они. Не заляпался у нас сенсор. Нажимай на красную. Ну что, ребяточки. Всем здравствуйте еще раз. Сегодня мы произвели 25 выстрелов с МШ-53. Короче, семизарядочка. Короче, мало опыта. Камера была вообще слабо как-то закрепленная. Даже не осталось. Будем стрелять потом по живым уткам, по зайцам. Будем стараться снимать все нормально. Такие вот дела. Я думаю, все увидели, как ружье стреляет классно. Я даже не очень рад, что я его приобрел. Спасибо тому человеку, который мне продал. Саня, привет! Итак, ребятки, подписывайтесь на мой канал Fisherman Hunter. Ставьте колокольчик, ставьте лайки. Я взаимно на вас подпишусь на всех. Итак, у меня скоро будет конкурс. 100 человек набираем, 500 рублей разыгрываем. Так что давайте, дерзайте, подписывайтесь. Приглашайте друзей, делитесь видосами. Все, ребятки. Всем пока, удачи. Сегодня 24 февраля, 19 года. Ну и, конечно же, уборка рабочего места. Собираем мишени. Дробь, конечно, мы не сможем выковырить. Пыжи тоже не сможем вот такие вот забрать все. Но, а гильзы забираем, ребятки. Вот наши гильзы. Отстрельные. Стрелялись с Петра. Короче, дробь пятерочка. Вот. Че, Вероника, устала? Понравилось тебе? Че тебе понравилось? А? Как стреляют? Ну, это нормально. Ладно, все, давай мишени. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом. Ну-ка, стреляй, пойди по снегу, иди. Покажи, какой снег. Ну, так-то не глубокий, наверное, ты снег. Давай, давай. Короче, Вероника несет рюкзак. Он легкий стал. Патронов там нету. Намного легче стал. Вот буранник. Всем пока. Занесенные снегом следы зайчика. Вот. Ну, у нас сегодня, вчера снежок шел. Позавчера был.